свои права вступил Новый год по восточному календарю. В Китае канонады красочных салютов, зрелищные театральные представления и масштабные гуляния с ярмарками – неотъемлемая часть праздника. Гвоздь программы – огненная обезьяна, символ 2016-го. Почему с ее приходом прогнозируют всплеск рождаемости в КНР и почему эти дни китайцы называют временем объятий, расскажет Марина Чайка. В день Нового года здесь оживает история. Император, сын неба совершают сложный церемониал длиною почти в час. Традиция диктует правила. Необходимо поклониться на все стороны света и, конечно, вознести молитву о благосостоянии народа. В наши дни император и 300 человек из его свиты всего лишь актеры. А священный церемониал, театральное представление, дань уважения седой древности и предкам. Прийти сюда на храмовую ярмарку с позаранку, да еще и после бессонной ночи за праздничным столом, тоже своего рода традиция. Мне сейчас 72, я родился в год обезьяны. И за это время я не пропустил ни одной новогодней ярмарки. Здесь всегда ощущение, что Новый год будет лучше предыдущего. Мы встречаем весну, желаем счастья и достатка, радуемся солнцу, небу и хотим сохранить это праздничное настроение на целый год. С храмовой ярмарки не уйти без сувенира. Плюшевые макаки, бумажные мартышки, фарфоровые шимпанзе или глиняные капуцины. И, конечно, фигурки царя обезьян Суни-куна, столь любимого в Поднебесной героя классического романа. Наступивший 2016 год огненной обезьяны по восточному календарю. Ее изображение повсюду. Вот она с персиками, символ долголетия. Или вот на лубочной открытке золотая обезьяна приносит счастье. Ее прототип – редкая порода китайских курносых, занесенная в Красную книгу. Их ни с кем не спутать. Золотая шерстка, голубая мордочка и вздернутый нос. Годовалый Дашань живет в зоопарке. Он без ума от арахиса, очень любопытен, а в случае опасности забирается на самое высокое дерево. Тем, кто хочет преуспеть в новом году, китайские астрологи советуют наблюдать за обезьянами. Обезьяны очень подвижны и сообразительны. Этот год будет динамичным и очень благоприятным для международных отношений. Проще говоря, нужно больше общаться с людьми и меньше сидеть дома. Дети, рожденные в этом году, необычайно умные и удачливые. В Китае в год обезьян ожидают всплеск рождаемости. В прошедший год овцы многие суеверные китайцы заводить детей не решались, мол, звезды не благоволят. К тому же впервые за 30 лет в Поднебесной разрешили иметь двоих детей. Вот и на особенных новогодних почтовых марках обезьяна обнимает двух детенышей. Эти марки выпустили ограниченным тиражом и раскупили в считанные часы. Уже после праздников новогодние марки станут историей, а стоимость каждого возрастет в десятки раз. На самолеты, поезда, автобусы в эти дни продано без малого 3 миллиарда билетов. Все спешат домой. Как здесь говорят, наступило время объятий. Для тех, кто работает вдали от семьи, праздники зачастую единственный шанс увидеть родных за весь год. Оглушительно грохочут салюты. Страна гуляет и днем, и ночью, а впереди еще целая неделя выходных. Марина Чайка, Владимир Жевский, Первый канал, Китай.